Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Tapi bara. Gummy, 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 gummy bear. Ой, нифига. Погоди, Сандес, разгоняйся сейчас. Сейчас наебется реально в кого-то. Короче, вот смотри, с Дитом не полностью, типа, с Максимом там получал деньги, короче, на... Здорово! Пожалуйста! Это пожалуйста! Видишь, как мне кружит камень прямо на моих костях. Тот ты думаешь, что грузит мой парень. Не кончай внутрь, моя мама говорит. Ведь мне не больно на здоровье. Вроде дипломат. Я отдал твою сумму ровно 5 минут назад. Это мега хуйня. Пизда. Эй, тебя разнесет после пива. Блок. Я ж тебя пёрну ещё. О, бля, я реально так пёрну. Надо съёбываться отсюда. Ну что ты? Молодок! Да, братан! Да вообще хуйня шашлык, блядь. Почему? Да потому что люди, блядь, уже упоролись, они просто так вертят шашлык, блядь, в любую сторону, просто ни для ничего, блядь. Просто так! Здесь лучше прожарить. Блядь, Сандис, болты ты будешь у себя, блядь, в автосервисе забивать не надо, здесь на шашлык болты забивать. Сандис, не надо, Сандис. Вот я тебе то же самое, Сандис, говорю, блядь, а ты все равно шашлык, блядь, туда верчу, сюда верчу, блядь, дай чего, Сандис, сейчас все... Сандис, все, подожди, Сандис, сейчас... все хорошо, блядь, да. Все, сейчас хорошо, все будет красиво. Не бей сейчас... его, пожалуйста. Да, шашлык и так все красиво делает. Почему никто угли не раздувает, а? Да потому что он доебался до меня, блядь, пока угли нужно пора. Так раздувай, блядь, угли! Показывай, кто так делает, блядь. Зури терпила! Терпилой, потому что что? Ему Лиля не разрешает идти на тусы! Нет, он не против! Он с нами в кругу, в братском что кругу! Что тут за всё. Пиздец происходит? Всем 18! Туса охуенная, настроение охуенное, это самое главное. Да, самое главное. Алкоголя хватает, выпивки хватает, так девушек хватает. Это и то же самое. Всего тут хватает, а чё вам ещё нужно? Самое главное, что Богдану заебись. Бля, ёб твою, мне пиздец, походу. Как живая? Как там всё, нормально? Ну, я разъебал танцпол, так что всё разъёбано. По фамилии она бабка. Я разъебал кто? По фамилии она бабка. Какая фамилия? На бабка! Я лютая, потому что... Абсент с водкой желаете? Да, давай. Давай. А, нихуя. Давай, братанчик. Чё вам ещё? К Никите подходите, Никита наливает водку. Только он выпьет в бассейн. Мне не надо. Да, давай, давай. Подожди, подожди. Пизда, всё, больше пить не надо. Ну фу, ставь это в видос. Это Габелла. Просто Габелла. Не туса, а Габелла. Охуенно. Просто Габелла.
Олена. Надеюсь, мой видос попадет. Вот это надо, это 100% надо вставить, 100%. Это камера? Да. Закрылся, смысл, ребята, полный пиздец. Он сидит на толчке, блин, здесь голый плюет, срет, и там ну, полный пиздец. Бля. Давай, здорово! Принеси, как вам я возьму покушать? Заебись. Заебись? Я ищу за пивона. Кто хочет со мной покурить? Я хочу за пивона. Где? В смысле? Нет! Что ты делал? Ну, блядь, Лёня! Я добавлю. Типа, если бы там у меня пригорело, я бы просто дал. Согласна на завод малолетками, таблетками, модельками на свет. Фиолетовые, моя вечность неправда, и без алкоголя я пьяна. Как-то странно, что мне скажет мама. Берлин танц, полы таблетками, модельками на свет. Фиолетовые, модельками на свет. Фиолетовые. Здесь у нас люди. Спят. Спят уже? Сейчас поедем, нахуй. Давай посидеть. Мне разрешили посидеть. Можно я вам не дадут? Дадут тебе, блядь, и бабы тебе дадут. Ну садись, терпила. Сидеть хочет 10 евро, нахуй. Можете посидеть, побибикать, блядь. Плюс 5 евро. Тормоза задние. В смысле? Я задним тормоза. Я вообще похуй, чел. Я вообще поебать, чувак. Кто тебя бил? Кто тебя бил? Кто тебя бил? А что, он всех позвал из-за того, что его ударили? Эй, долбоёб! А кого ты будешь пиздить? Кого? Кого я звал, никого не звал. Я вообще с тобой будешь пиздить. Я никого не... Да, ну, доложи все. Артём, ты куда? Что за жесть? Это пиздец. Что происходит? Ты хочешь меня положить? Да, не пишет меня, блядь, ты разговариваешь со своими друзьями. Привет. Как тебе тусовка? Как тебе тусовка? Я бы не стал тебя бить, потому что ты пиздатый пацан. Точнее, не пиздатый, я еще не понял, но, ну, какой ты. Не, он пиздатый пацан. А ты просто веселый, короче, типа, и с тобой постебаться можно. Типа, да мне вообще похуй на это все. Это типа, первое впечатление, которое я знаю. Это хорошо. Привет. Привет. Только сет. Дима хотел утопиться. Ты это понимаешь? Почему? Потому что его Витя обидел. Че за детский сад, блядь, 18 рублей. Эу, блядь, пошел там, типа, конечно, трамвая, и там, короче, штук 6 бомжей спит, блядь. Так, где они спят? Лёня идет, пойдет еще. В итоге хуйня тоже, не? Ну, такая, да. Тебе лучше за Раяном или нет? Переверни. Где эти Раяны, Лёня? Кого-то это лысый, это тренер по какой команды? Ты без конта, блядь. Настя, нет. Сау, ты сочи, зачина! Какая?
это охуенно. Мы вас любим, да? Я нормально, но, блядь, это просто дохуя эмоций. Я не жалею то, что я сюда пошел. Спасибо, Настя. Настя, спасибо большое. Хорошо. Да, Соня. Я заебал меня нахуй. Да пошел ты нахуй, блядь. Я сейчас убью. Я благодарен, что у тебя глаз. Я сейчас убью. Конечно, за что? За что ты пикаешь мне глаза. Хватит мне тыкать глаза. Я что-то побрал. Хватит мне тыкать глаза. Леня, не тыкай глаза. Хватит тыкать мне глаза. Рассечение. Да, рассечение, ровно такой вот порез. Ты ебанулся? Не, он хочет сказать, что тебе ножом порезать? Не, почему там? Нет, ну можно взять ключ, можно что-то угодно. Это кулаком. Рассечение, типа, понимаешь? Это рассечение. Да, вот ровно и чисто вот такой порез, блядь. Да. Рассечение. Да. Да. Ну что, правильно сказать? Люди обсуждают порез на голове, кто-то попиздился, но охуеть, весело. Дальше просмотрим, что происходит. Пиздец, здесь мусор, посмотри на это. Видим? Да мне вообще похуй. Посмотри, там сколько бенчиков на столе. Кого-нибудь попросим, они захавают все. У тебя вообще разрешали колу пить, блядь? Да. Колу пью только избран. Давай поделись тогда. Ты не избран. Мало ли, я свекон, например. Думаешь? Я знаю. Я 5 косяков скурил. Отлично, тогда хорошо. Давай еще раз. Арбуз. Ты готов, блядь, только убирай ноги нахуй. Да, давай. Здесь никто не умер. Походу, здесь кто-то оставил носок. Интересно. Давайте устроим поиски носка. А, еще один. Это такой же Орель. Два одинаковых носка. Эй, ребят, кто был в бане? Я ищу чьи носки. Это не твои? Фу, нет. Ты сверху достал? Я в домике. Что ты? Я в домике. Зачем? Защититься от демонов. Константин, дверь откройте. Нихуя, я в домике. Сейчас домик откроем. Крыша съемная. Я тебе, бля, руки сейчас подломаю. Ну так вылези из своего домика вначале. Вылезай, я тебе говорю. Так, это не твои носки? Нет, мои на мне. Чьи носки? Я нашла носки. Дима, твои носки? Носки чьи? Артём, твои? Я носки ищу, когда приехал. Одна пара у меня, только вот своя. Чьи носки? Кто потерял носки в бане? Пошли сожгём носки. Костя, давай. Вот мои. Зачем? Чтобы они ещё будут пиздец. Это не ваши носки, точно? Давай, Соня, не мои, давай. Отпускай. Носок, гори, 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 я. Пока нет, фу, воняет, сука. Мы сожгли носок. Это уже не носок. Уже не оденешь. Да, знаешь, что прилетело? Ты знал, у вас такие истории должны быть. Настоящий? Ну, блядь. Может быть засекреченный объект? Может. Я не специально, жизнь такая. Тарелка прилетела. Да. А что она здесь забыла? Ну, круглая. Круглая. Не, может быть засекреченный объект. Просто они камуфляж сделали. Ну, в России, бля, 2000-е. Сука, бля, в 2000 году. Ну, что она забыть могла? Что она забыть могла? Данные? Наши, геолокации. Геолокации, сука. Ну, мы по скайпу там зазвонились. С братком инопланетянам. Блядь! За 5 рублей договорились. Ждет еще. Кого ждешь? Нихуя, он все сейчас Не-не-не, я не, все. Не. Пошли. Я прыгну. Пойдем прыгать, Басик, я прыгну. Я прыгну прямо сейчас. Снимаешь? Да. Ой, Билли, ой, мои 5 евро, они погружены. Там, короче, в Германию сейчас поедем. Я добазарился. Сейчас Берлин, потом Рим, потом, короче, Барселона.
а потом Рига. О чем? Можешь объяснить, о чем он постоянно разговаривает? Ну или да, да. Похуй. Слушай, а он готов на электричке, что думаешь? Мы 90%. Я бы в лесу поехал. Короче, Берлин, потом Рим, потом Барселона, потом Рига. Ну там проеб, да, я говорил? Я поняла, да. О чем ты? Погоним, ну? Конечно. А потом к Петровичу. Петрович вот такой мужик. Короче, отвечай. Петрович, да? Бля, короче, Петрович. Короче, Петрович. Короче, хуй знает, где Петрович, ну, бля, ну... Ём снова тусит? Ты чё, блядь? Да успокойся, блядь, не пизди. В каждом маленьком ребёнке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Пиздец, Дима. Я не хочу сказать, я просто, возможно, чернуха, я пивас, да? Чувак. Мне же сказали купить пивас, и Дима, я, что они я мутят? Они охуели. Кто охуел? Отдыхай. Ну он меня бьем, мне ну да, ну охуел. Дим, дальше забей. Вообще шучу. Давай руку. Давай на подними. Что? Где мой? И так должно быть. Да, первая серия закончилась довольно печально. В принципе, на эту грустную нотку я и рассчитывала. И да, тех людей, которые так поступили, из-за чего были все эти драки, видеть я больше на своих вечерах, которые организовываю, не хочу. Спасибо, что вы были, но видеть я вас больше не хочу. Я знаю, что вы смотрите это видео. Я вас простила, но мне не нужны такие люди, которые устраивают скандалы. Вообще, я, в принципе, по душе ненавижу таких людей, из-за которых начинаются вот всякие такие подобные стычки. А всем, кто был на прошлой тусе и дарил только положительные эмоции, только позитив, добро и улыбки, я говорю огромное спасибо, правда, от души. И жду вас на следующих вечерах. Чтобы вторая серия вышла как можно скорее, вам для этого нужно собрать на этом видео 60 лайков. Так что обязательно ставьте лайк, и вы сами вправе решать дату выхода этой второй серии. Так что обязательно лайк. Быстро сейчас, быстро, те, кто не поставил, быстро сейчас берем и ставим лайк снизу, там кнопочка такая, лайк.